Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодняшний выпуск программы «Наука о душе» будет посвящен детской исповеди. В гостях у нас священник Никита Заболотнов, клирик храма святых апостолов Петра и Павла в городе Полевской. Здравствуйте, батюшка! Здравствуйте! Мы уже немножко коснулись темы исповеди, но хотелось бы более подробно об этом поговорить, потому что есть такое понятие, как исповедь, и есть такое понятие, как покаяние. И как-то желательно, чтобы они соединялись, а не просто исповедь. Это мама там ребенку продиктовала, что нужно сказать батюшке, ты сегодня меня не слушался, ты там, не знаю, сломал вазу, еще что-нибудь разбил. Вот. А как сделать, чтобы... Наверное, это большой вопрос, как сделать, чтобы у ребенка было покаяние, а затем как его научить выражать это на исповеди? Действительно, это очень важный вопрос духовной жизни, так как для нас покаяние – это важнейшая часть жизни духовной. Если его нету, то очень часто жизнь духовная выхолащивается или превращается в одну из каких-то крайностей, которые явно к Царству Небесному не ведут. И поэтому научить ребенка этому очень важно, ну и опять же очень трудно. Начинать, как и во всем остальном, и в молитве, и в отношении к таинствам, нужно с себя. Как мы готовимся к исповеди? Если у взрослых подготовка к исповеди заключается в том, что за 5 минут до исповеди что-то стоять, черкать, значит, на клочке бумажки непонятно от чего, ну, соответственно, дети будут готовиться так же. Если же подготовка к исповеди начинается за неделю, когда человек обдумывает свою жизнь, когда он пытается где-то себя остановить, когда покаяние вообще происходит ежедневно на вечерней молитве. Я знаю, есть у некоторых такая практика, вот человек перед молитвой вечерней или после уже, вот он прочитал молитву «Исповедание грехов», причем не просто перечислив какие-то грехи, которые он сам не понимает, какое-нибудь мшелоимство, вот, а действительно покаявшись в своих грехах, и потом на бумажечке что-то еще себе черкнул, бумажечку за иконочку положил, потом добавил, тогда, конечно, другой результат. А как это делать с детьми? Одно дело, мы там молимся вслух, и дети присутствуют, другое дело, я начну при ребенке как-то комментировать свою собственную жизнь. Нет, конечно, это нужно уже лично, не стоит это делать при ребенке, да? А тем как более... Как ребенку помочь? То есть, получается, ты начинаешь с ним анализировать его поступки, и говоришь ему, вот это вот плохо ты сделал. Несомненно, с маленьким ребенком нужно анализировать его поступки, и он ждет этого, что родители дадут свою определенную оценку. Вопрос в том, что это должна быть не критика, вот, это должен быть разбор с любовью. Для маленьких детей, ну, маленькие там какие, 6, 9, 10 лет, очень хорошо работают примеры. То есть мы берем какой-то пример, рассказываем сказку, историю, может быть, что-то читаем, и на этом примере показываем, что вот это не очень хорошо. Вот. Ну, вспомним из Священного Писания, когда пророк пришел к царю Давиду и рассказал ему притчу, да, о том, что вот некоторого человека была там одна единственная овечка, у него богач ее забрал. И вот такой же подход может быть у нас и к детям. А если вот конкретно ребенок сейчас сделал что-то такое, что ты понимаешь, что в этом можно было бы ему вот подсказать, нужно ли в этот момент ему об этом говорить, или все-таки это должно быть потом, в спокойной обстановке, в какой-то, на вот таких аллегорических примерах? Ни в коем случае. Тут мы переходим к основам конфликтологии. Когда происходит конфликт какой-то, ни в коем случае в разгар конфликта не нужно начинать разбор этого самого конфликта. Никогда не будет никакого проку. Ребенок еще находится в состоянии конфликта, возбуждения, и реакция будет скорее отрицательная, чем положительная. Вот уже потом, тихонечко, очень аккуратно, можно об этом ребенку сказать. Но опять же, тыкать ребенку, покаешься вот в этом, ты должен покаяться в этом, а еще вот в этом, еще ты такой, нам не нужно. Мы должны помнить, что покаяние – это в первую очередь, когда человек самостоятельно видит свои недостатки и хочет их исправления. Помочь ребенку их увидеть нужно, но это нужно делать очень тонко и аккуратно. Иногда через «я-сообщение». Меня очень расстраивает, когда ты мне дерзишь. Мне так больно и грустно, когда я не вижу от тебя помощи и поддержки. Иногда через примеры притчи. Ну, а иногда бывает проще всего через поведение других людей, когда мы видим это, иногда вольно или невольно осуждаем.
через это можно показать, вот видишь, вот это вот не очень хорошо. Наверное, в этом очень важно каяться. И говорить с ребенком, да иногда и о себе, что вот я вот тоже вот так вот делаю, вот так, и хочу вот в этом покаяться, вот я с этим борюсь, не всегда у меня это получается. Сама подготовка к исповеди, она во многом начинается именно с осознания того, что я хочу быть лучше, я хочу исправиться. И с понимания правил. Потому что что такое правило для нас, для христиан? Ну, конечно, это заповеди Божьи. Поэтому подготовка к исповеди ребенка начинается с заповедей Божьих, которые мы постоянно-постоянно должны вспоминать и напоминать. Но это не значит, что мы должны открыть Библию, второзаконие, прочитать их и закрыть. Нужно это разобрать. Разобрать на примерах, чтобы это было нам понятно, доступно, объяснимо. И действительно, чтобы ребенок понял, что вот это грех, это плохо, и в этом нужно каяться. Когда родители пишут за детей на листочках их грехи, ну, я считаю, что это наихудший вариант исповеди. Это не исповедь. Особенно, когда с подобными бумажками ребенок еженедельно подходит к аналою, он привычно подходит, дает бумажку батюшке или сам читает слова, которые он не до конца понимает. Я иногда ребенка спрашиваю, что это такое? Я не знаю, мама написала, сказала прочитать. Конечно, такая исповедь, она будет только ребенку во вред. Ребенок должен понимать то, что он очень плохо сделал. Иногда помогает, знаете, ну, немножко такая какая-то театральность. Но, предположим, ребенок маму обманул. Это очень плохо. И мама, вот она вся в расстройствах, она расстроилась. Она сидит такая грустная, показывает ребенку, что ей больно. Она не обиделась. Она не хочет ребенка как-то наказать этим. Она показывает, что ей больно. И ребенок по любви к маме, по состраданию, он не хочет, чтобы ей было больно. Вот он приходит на исповедь и кается: «Господи, прости, что я вот маму обманул, ей было так больно, ей было так плохо». И ведь своими грехами мы наносим раны себе, Богу, нашим ближним, и именно это надо показать. Ну и второй момент, он, я считаю, тоже очень важный. Как мы будем объяснять, зачем нужна исповедь и что такое грех? Спросить человека, что такое грех. Ну, подкованный скажет, что грех – это неисполнение заповеди. Вот, да, или вспомнит слова апостола: грех есть беззаконие. Ну а если обратиться к сути именно православного понимания греха, грех – это болезнь. Болезнь души. Когда у нас болезнь есть, что мы с ней делаем? Мы ее лечим, стараемся как-то излечить ее, наложить мазь, где-то что-то вырезать, стараться не трогать это больное место. И то же самое с грехом. А у нас иногда бывает понимание греха как некого юридического неисполнения закона, и поэтому даже дети лет там в 9-10 приходят с листочками в несколько страниц, где они досконально во всех мелочах рассказывают о своих каких-то грехах. Вот эта вот внутренняя мелочность без осознания самого греха и без осознания, для чего это нужно, без, по большому счету, искреннего глубокого покаяния, она приводит к сухости, выхолощенности и к тому, что исповедь есть, покаяния нет. Вот еще у взрослых людей есть возможность же не только там в субботу вечером прийти на исповедь, а именно когда, ну, какой-то, скажем так, тяжкий грех ты совершил, и в какое-то внеочередное время прийти. А ребенка мы, получается, приводим именно по расписанию. Как вот придать именно живость? Может быть, вот ты вот сейчас осознал, что ты сделал что-то не то. Как ему, что ему сказать, чтобы он сделал в этот момент? Обратился как-то к Богу у него, там, перед его образами попросил прощения? Или даже в храм с ним сходить? Как вот? Но живость момента. Мы ведь каждый день перед сном читаем молитвы, и хорошо, когда даже в общесемейном детском правиле будет какая-то краткая молитва о исповедании грехов. Я бы рекомендовал вот эту нашу молитву подсократить, убрав оттуда все лишнее, то, что ребенку непонятно, и то, что для него, наверное, сложно, и наоборот, добавив туда то, что для ребенка будет более понятно, чтобы она была краткая-краткая, не надо списка грехов там на несколько десятков строк. И вот этот вот опыт исповедания перед Богом, он должен быть. Да, и показать, вот тебе плохо-плохо, совесть мучает-мучает. Вот пойди, встань и помолись: «Господи, прости меня. Сегодня помолись, завтра помолись». А потом, когда ты пойдешь на исповедь, покаешься перед Богом уже в присутствии священника. Вот это будет добрый, хороший опыт вот подобной подготовки к исповеди. Но в конце концов и ребенок, если он уже не маленький, тоже может прийти в какой-то другой день и покаяться. Ну а что касается регулярности, ну,
Вот мне кажется, что детей, в принципе, лет до 10 можно исповедовать, допустим, раз в 1,5-2 месяца, а причащаться они, если готовятся, могут и каждую неделю. И уже потом постепенно ребенок подходит к той практике, как это происходит и у взрослых людей. В противном случае, когда детей приводят еженедельно исповедоваться, чтобы еженедельно их причащать, у них получается просто формализм. 5 грехов, которые кочуют из исповеди в исповедь, которые дети не осознают, не понимают, они просто их говорят, потому что это проходной бал, как говорится, к чаше. Вот этого не должно быть. Должно быть осознанное покаяние и работа над собой. Опять же, нам, как родителям, очень важно детям показывать, что вот да, у меня тоже есть какой-то недостаток, но я с ним стараюсь бороться. Иногда с детьми тихонечко, искренне об этом разговаривать, не перенося на них все, конечно, свои проблемы и трудности, но как-то им рассказывая о том, что происходит. Потому что, ну, извините, дети иногда видят, что папа с мамой ходят на причастие, исповедуются, им говорят о высоких вещах, а сами постоянно ругаются, гневаются, там, унывают, еще что-то делают. И у них возникает закономерный вопрос, зачем все это делать, если ничего не меняется? Какой в этом смысл? И детям нужно объяснять вот этот вот смысл и показывать и на своем примере, и на примере других, насколько это важно и нужно. Ну, еще хорошо, конечно, когда есть священник, который умеет детей исповедовать. Иногда священники к детям подходят так же, как и к бабулям. Подошел, что-то сказал, накрыл епитрахилью. А там ведь есть свои особенности. И очень важно, важнейший момент для детей, чтобы они ежедневно молились. Если они молятся ежедневно, это уже важный показатель того, что у ребенка есть духовная жизнь. Выжимать из детей покаяние, особенно когда это делают родители, покайся, вот в этом ты подготовился к исповеди, не самый лучший момент. Иногда стоит дать ребенку чуть-чуть свободы и показать ему путь, куда нужно идти, дав возможность развиваться самостоятельно. Тоже хотелось бы в завершении этой нашей программы вновь обратиться к опыту митрополита Антония Сурожского, который, рассказывая о том, как он помогает детям вот устроить эту встречу с Богом, говорит, что вот Господь — это как бы друг, и чем ты его огорчил, а чем ты его порадовал, подумай об этом, что вот он так с детьми разговаривает. Мне кажется, это очень интересная такая мысль. Доводилось вам как-то так формулировать? Вообще, как бы это основа того, как мы с детьми разговариваем, как мы сами понимаем. Господь — это отец и друг. И когда мы расстраиваем отца, когда мы расстроим друга, плохо и нам. И вот точно так же мы пытаемся детям тоже объяснить. Спасибо большое. До свидания. До новых встреч.